Ага. Итак, доброе пасмурное утро всем, друзья. 22 июля 2017 год. У меня вот фотосессия. Не захотели светиться, то есть, ну, не будем, значит, показывать. И я, как обычно, своим путем двигаюсь в сторону пляжа, чтобы узнать для вас температуру воды. Есть пару приветиков, записал сегодня с собой. Температура воздуха 27 градусов. Это утро у нас, 7 утра. Нет, 8 утра, да? 8 утра, обманываю вас. Немножко сорян, показывают. У нас надвигается фронт, и походу сегодня первый день, когда синоптики немножко не соврали. Хотя по многим прогнозам дождь отменили, но вот я прям чувствую прям прохладой туда веет, что он опять возможен. Блин, да главное, чтобы ветер уже поменялся. Не хочет он никак меняться, чтобы вода у нас прогревалась. Но как вчера ребенок купался ночью в эфире в Джимате, это было нечто. Просто действительно вода была теплее, чем я мерил здесь с утра. Так, мне эти рыбаки начинают все больше веселять. То на моем закате они мне мешают. Теперь вот с утра шли сюда. Здесь рыбы нет. Пойдем спросим, может, что поймали. Так. Где же ты, моя бумажка? Вот чаечек моих сегодня нету. Да грусть, печаль, тоска на самом деле. Я по ним постоянно скучаю, а их вот нету, не хватает мне. Короче, в общем, как-то так. Сидит рыбак, там уже кто-то плавает рядом с его удочками. Все, весело. Итак, поглядим. Ну, у меня прям больших два привета. Здравствуй, Юрий. Приехали домой, посмотрели фотосессию на большом экране. Классно, от души. Фотосессия была в первых числах июля на пляже Одиссей. Прошу поздравить дочь Ольгу Застрялину с днем рождения. Сегодняшнее видео 21.07. Ну, пришло поздно, видео уже было записано. Ей 13 лет. Зайчик, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего самого-самого хорошего. Только положительных эмоций в жизни тебя. Все остальное как бы у тебя будет. Ну и крепкого кавказского здоровья. Она будет рада это услышать от тебя, так как она твой подписчик и смотрит все видео. Заранее спасибо, Виталий. Орловская область. Следом отсылаю перевод на твою карту на нужды по твоему усмотрению. От души спасибо за поддержку. Рыбы у них нету. Здесь рыбы нет, называется. Ай. Вот так вот, ну там с маской, с ластами. Вдоль берега сидим, пытаемся кого-нибудь поймать. Так, нечего там интересного даже спросить у них. Юрий, спасибо большое за сегодняшнюю фотосессию. Все было классно и здорово. Передаем тебе от нас 500 рубликов, на что посчитаешь нужным, чтобы быстрее купил авто от семьи Миньковских из Питера. Передайте, пожалуйста, привет в прямом эфире от нас дочери Марине Котовой. В прямом эфире не успеваю все это обрабатывать, но вот передаю в погодном виде Марине Котовой огромный привет зятю Алексею Котову и двум любимым внучкам Аннушке и Александре. Спасибо. Удачи вам большой и много клиентов на фотосессию. От души спасибо огромное. Это вот у меня вчера была фотосессия, и вот такой вот приветик прилетел. Ну, то есть передали еще денежку на нужды канала. Яндекс.Деньги 50, 100 и 10 рублей без подписей. Спасибо тоже за поддержку. Итого у нас 13 778 рублей накопилось. В общем, как-то так потихонечку идет. И я тоже думаю, что-то, может, как бы, а то многие там начали переживать, Юра на джип собирать. У меня есть транспорт, еще раз говорю. То есть люди просто хотят поддерживать потихонечку. А я эти деньги не хочу тратить. И я ни у кого ничего не прошу. Мы собирали наклады, когда это было нужно. Тут просто есть у людей благодарность. Я от души благодарен, признателен, что просто поддерживают. Многие понимают, сколько, да, на это уходит времени. И того, и того, и того. И просто поддерживают меня от души. Так, проверяем. Там клюет, сейчас покажу вам прикол. Короче, удочка типа клюет, а там рыбак. Вот этот, как его, подводник. То есть 26 градусов. Вот насколько могу, настолько я для вас сегодня захожу. Водичка реально теплее, серьезно. Все, лягушка, плыви. Как я буду тебя доставать, неизвестно, но, в общем, посмотрим. Так. Рыба, рыба, рыбаки. Поймали что-нибудь? Нет, походу, ничего не поймали. Сейчас глянем, просто там с такими усилиями тянут.
Они, короче, уже, по-моему, четвертый день тут пытаются что-то поймать. И вот я ни разу не видел, чтобы что-то поймал. Упорные ребята, просто, наверное, им смысл посидеть возле водички и чтобы, как бы, типа, рыбку половить. Так, привет и передал. Погоду вы видите. Ну, кто-то даже под облаками пришел загорать. Ничего не мешает. Ёшкин-кошкин. А у тебя... А, вот, нет, все. Сегодня вот я что-то постоянно закину лягу. Видите, как далеко, в принципе-то. Да, кто-то мне говорил, что возле берега. Вы отсюда даже не видите. Да-да, сейчас я вам покажу. То есть она вот здесь. Лягушка, то есть берег здесь. Я глубже просто не могу зайти, я в шортах. Так, покажу вам отдыхающих, загорающих. Угу. О, тут уже почти этот нудистский пляж организован. Там он дальше тоже кто-то лазит в водичке. Вон купающийся один человечек вылазит из моря. А их там даже два. Отлично. Вот как-то так. Вот он весь отдых людей. Давайте немножко для вас моря, пока лягушка замеряет температурку воды. И я буду продолжать свою фотосессию. Две секундочки. Так, все, я думаю, этого будет достаточно, кофе можно успеть выпить. И где моя лягушка? А, все, вижу. Знаете, что хотел сказать? Вот у многих в жизни, вот они относятся ко всему с негативом, с каким-то, знаете, таким... И вот у них по жизни все везде идет как бы через ту самую опу. Мне вот так кажется, там и в море тина, и вода там холодная, там и так далее и тому подобное. А вот кто приехал с позитивчиком реально на отдых и заряжается тем же самым позитивчиком от меня, и наоборот, я заряжаюсь от них, я думаю, отлично. Но я вчера вам не соврал, отвечаю просто. И сегодня тоже. Я даже вчера ночью сказал, градуса 23. То есть вот между 22 и 23, то есть вода потеплела, и реально она стала вот буквально, да, каких-то там 2-3 градуса, и она стала гораздо комфортнее и приятнее. Фу, подождите, стабилизатор. Ну вот, где тина? Тут, по идее, можно походить, даже крабиков пособирать, но, честно, работать надо. Вот, кропачей. Все, этого хватит, я думаю. В общем, всем хорошего, отличного дня. Желаю вам, друзья, люблю вас всех я, и чтобы, как говорится, мы были дальше как одна семья. Спасибо, что меня поддерживаете, я очень всем и каждому вас рад, то есть потихонечку нас становится больше, и...
я думаю, все хорошо, то есть там у нас уже все получилось. Не то, что там у нас все получено, все уже получилось. Осталось уже меньше половинки лета, приезжайте, отдыхайте. На фотосессии не забывайте, чтобы самые красивые фотографии у вас остались на память об отдыхе в поселке Витязь от самого красивого фотографа Черноморского побережья. Вот так гласит моя мудрость. И так же самое, калинки на джиппинг, яхтинг, дайвинг. Ссылочки есть все в описании. И также для вас работает группа Витязь Вайнфо, в которой вы можете выиграть фотосессию от меня бесплатно. Будем всем и каждому рады. Ну, в общем, улыбок побольше, чтобы вам не встречались всякие плохие люди и не портили вам настроение. Ну, все, пока-пока.